Всем привет! Это мой осенний лук. Вот я покупала такую вот зеленую шапку, лапшу. А это пальто, которое я купила за 8 тысяч, но в новомодном магазине точно такую же модель мне предлагали за 15. Поэтому я отказалась и купила в другом. Я вот считаю, что не нужно переплачивать, когда одинаковые модели. Но пришла я не за этим, я пришла померить вот это вот осеннее платье. Сейчас посмотрим, как выглядит. Вот, смотрите, я встала вот сюда, чтобы было видно, виднее намного. Вот платьице на мне, ну так сидит, оно, конечно, немножко мятое, но попрошу, чтобы мне его отгладили. Я думаю, мой размер, не знаю, стоит брать или нет, но, в принципе, на осень оно подходит по плечам нормально все. Мне так очень нравится. Длина, да, вот сейчас такая длина, что нет короче. Но если бы короче было, было бы вообще замечательно. Ну, возможно, и возьму. Это скидка, кстати. 1000 рублей стоит. Как вам? Вот в этом магазине я уже была. Здесь такая милая подушечка в виде сердца.